Приветствую, да. Я Андрей Антонов из города Нарва. Мне 26. Занимаюсь боксом уже больше 10 лет. Ну и в процессе сейчас уже соревнования, все подготавливаюсь. Процесс идет и, короче, уже есть навык, все нормально. Просто потому что стало интересно. Мы с самого начала со всеми друзьями пошли. И так это затянуло. Конечно, были такие перерывы, где не занимался, там баловался. А потом уже все равно вернулся. И вот до сих пор еще здесь. И тренер мой Андрей Саныч Костенков, он это помнит все. С самого начала начиналось очень круто. Там показывал хороший уровень. Но потом забил, и чуть-чуть время так вот прошло. Сейчас восстанавливаюсь и уже опять возвращаюсь нормально. Все получается. По любителям, да, вот как я начал заниматься, только и было по любителям. Где-то было, может, 50 боев вот за все эти года по любителям. Да, это, конечно, ну, не так много, но по профессионалам совсем недавно начал. И у меня, в общем, там три боя получается. Сейчас вот 4 ноября, 18:00, будет четвертый бой. И думаю, конечно, победить, только победить, и все, готовлюсь. А любительский, он, конечно же, там перчатки отличаются. А потом также, естественно, с людьми ты бьешься конкретно там по весу или как-то. Ну, короче, я думаю, что будет так, правильно сказано, что по-любительски менее опаснее, чем по-профессионалскому. И по-профессионалам там уже перчатки поменьше, без маек бьемся. Раундов побольше, кстати, точно, потому что в любительских всегда 3 раунда по 3 минуты, а профессионалов уже 4 и 6, также по 3 минуты. Ну вот. Крови больше. Если не занимаетесь спортом еще никаким, конечно, сами выберите, какой спорт. Но вот я придерживаюсь бокса, и вот тоже предполагаю, что вы могли тоже туда прийти к нам. Короче, на Крингольме у нас ПСК, там, где Ледовый холл. Андрей Саныч Костенков, наш тренер, мой. Есть еще там тренер Василий Николаевич. Выберите сами тоже, кому пойти. Советую, потому что он сразу же вас закалка будет. Выработаете там стержень свой, короче, будете пацанами, конкретными бойцами. Ну, конечно, это только в зале, там все бои, на улице это никак не производится. Приглашаю, да, все, кто знает меня, кто не знает, тоже всех буду рад видеть. Приходите, будете поддержкой, будет приятно. Места имеется там много, будет интересно, также еще будут тоже ребята там, которых, возможно, вы знаете. Афишу тоже покажем и ждем с нетерпением. 4-го уже скоро, в эту субботу, 18:00.